Приветствую всех любителей баскетбола в Краснодаре. Матч регулярного чемпионата единой лиги ВТБ между командами «Локомотив Кубань» и «Минск». Данил Хаскол с мячом, обострение в трехсекундную, промах, но забирает он сам же подбор нападений. Бенджамин Павел Дуду своим трехочковым попаданием открывает счет. Остался с Мотовиловым, отдал трехсекундную на Бартюка, и здесь блокшот чистый от Микульского. Дал возможность Кока успеть сдвоиться, даже строиться. Не потерял мяч, Акун Перцел. Какая передача Дмитрия Узинского, своевременная. Владислав не решился отдавать Зечевичу под кольцо. Решил сам пройти и не смог забить. Превосходная оборона от Кирилла Елатонцева. Заслон от Уайта. Акун Перцел на Марчука, и Андрей взлетает и колотит сверху. Его за это наказал. Какая передача от Владислава Емченко и бросок сверху от Акара Уайта. Александр Щербенев не получает передачу. Ведищев делает скидку на Елатонцева, и Кирилл бьет сверху. Серийную прыгучесть только что показал он. Тимиров потерял мяч. Микульский сверху. Первый данк от Минска. Пока сегодня в этом матче очков не набирал. 5-4 убегает Локомотив Кубань. И Кирилл Елатонцев. Футбэк дан. Не факт, что у них это получится. Блокшот. Кирилл Елатонцев ставит тезке Восковцову. Поздравляем Локомотив. Продолжили они свою серию побед на домашнем паркете в Краснодаре.